Татарстане разгорелся скандал вокруг строительства первой платной трассы. Дорога соединит населенные пункты Алексеевская и Альметьевск. Она станет составной частью первой в республике платной дороги Шали-Бавлы. Стройка ведется и днем, и ночью. Сдача объекта намечена на конец 2024 года. Почти 20 лет назад дорогу своими силами начинало строить акционерное общество «Автострада», которое входит в АО «СМП «Нефтегаз» Фуата Комарова, бывшего главы Альметьевска и экс-депутата Госдумы РФ. Общий бюджет строительства 145 километров – 83 миллиарда рублей. Из них 30 миллиардов из бюджета Татарстана, 36 миллиарда грант федерального бюджета и 23 миллиарда деньги частного инвестора, то есть самой автострады. Но в мае 2022 года Миндортранс РТ неожиданно отстранил СМП «Нефтегаз» от строительства основной части дороги. Трассу разделили на три этапа. Участок 43 километра доверили строить компании «Комарова». Два других участка в статусе генподрядчика должна была построить компания «Алексеевскдорстрой», совладельцем которой является депутат Госсовета РТ Фаат Валиев. Из-за повышенного аппетита субподрядчиков стоимость дороги может вырасти на 6-7 миллиардов рублей. На наш запрос о том, насколько подорожало строительство дороги и кто будет оплачивать недостающую сумму, в Минтрансе Республики отметили, что сейчас корректируется проектно-сметная документация. Дорожники отмечают, что ни один подрядчик своими силами не сможет покрыть избыточную стоимость дороги. А это значит, что может наступить момент, когда стройка просто остановится.